Меня зовут Иван Высоцкий, и мы на моем канале, где собирается информация о спорте. Сегодня поступил вопрос о девушке, можно ли ей употреблять гейнер. Вот. Так как в головах у всех укоренилось, что спортивное питание, как правило, связано только с мужчинами-спортсменами, то многие думают, что женщинам спортивное питание употреблять нельзя. На самом деле это не так. И мы приведем несколько аргументов, чтобы развеять эти доводы. Значит, первое. Гейнер – это углеводо-протеиновая смесь, которая призвана увеличить калорийность вашего питания. Это первое. Вот. А уже калорийность можно крутить, как вы хотите. То есть на увеличение мышечной массы, на увеличение общей массы тела, на улучшение состояния вашего организма и так далее. Ну, мы поговорим об улучшении состояния мышечной системы, да, и увеличении массы тела для женщин, которые являются, ну, как говорят, фитоняшками. Сейчас такое современное слово, то есть худенькими. А может быть, имеет какой-то недостаток, да, хотели бы немножечко увеличить массу там или наоборот, они бы хотели похудеть качественно, используя гейнер и так далее. Разные цели могут преследоваться, но гейнер используется непосредственно и преимущественно для увеличения мышечной массы. Вот, поэтому сегодня мы объясним его действие. Что такое гейнер? Гейнер – это углеводно-протеиновая смесь, как я уже сказал, где обычно бывает 40-60 углеводов-протеинов, бывает быстрые и медленные углеводы, также в гейнере встречаются витамины группы В и другие добавки. Поэтому гейнер – это добавка, которая допустима как для женщин, так и для мужчин. Единственное ограничение, насколько я знаю, это возраст. То есть желательно, чтобы человек, принимающий гейнер, достигал 16-17-летнего половозрелого возраста, когда он в состоянии отвечать за свои поступки и понимать, в какое количество он принимает этого гейнера, если он его употребляет, занимаясь спортом. Вот это единственное, что я знаю, противопоказания. Также могут быть небольшие противопоказания по здоровью, если есть какие-то там осложнения с органами и так далее. То есть, допустим, слабые почки, потому что гейнеры бывают на основе разных протеинов. Бывают протеины мясные, бобовые, изоляты бывают разные там и так далее. Поэтому очень важно знать, какой вы бренд берете, какое у вас состояние здоровья и так далее. Вот. Дальше. Чем может помочь гейнер женщинам? Женщины могут существенно улучшить состояние своего организма, улучшить состояние внешней кожи, улучшить состояние волос, состояние ногтей существенно меняется, энерготонус организма меняется. Женщина может позволить себе лучше тренироваться, без риска того, что у нее начнут портится внешний вид волос, ногтей и так далее, если, допустим, недостаточность питания. Женщины с недостаточной массой тела могут существенно улучшить состояние своего организма и поднять массу тела на физиологический уровень, а иногда и, может быть, даже добиться лучших результатов. Что нужно сказать о гейнере, как он принимается? Гейнер принимается 3 раза в день. Вот. Ну, существенно, когда вы только начинаете, конечно, 3 раза в день сразу не стоит. Нужно попробовать разочек в день, там второй день еще раз принять гейнер там после тренировки, третий день еще разочек можно принять его после тренировки, вы почувствуете, как реагирует ваш организм, какая порция является вашей. Как правило, порция указана на упаковке, и вы по упаковке можете прочесть на упаковке сзади, сбоку там, или спросить у того, кто его продает, как конкретно употребить вот конкретно данный бренд, конкретно вот этот взятый продукт. Поэтому не вопрос, это все можно найти в интернете и у человека, который продает. Я бы посоветовал брать гейнер из хороших рук, в хороших магазинах, где все хорошо организовано, да, для того, чтобы обезопаситься, чтобы у продукта был хороший срок годности, чтобы у продукта был хороший рейтинг надежности, чтобы это был хороший бренд и так далее. И, соответственно, вы можете спокойно его взять, проконсультируясь у врача или у фармацевта в аптеке, или, например, это может быть просто фитнес-тренер или продавец спортивного питания. То есть спортивное питание можно получить из рук разных людей. Поэтому уже в зависимости от того, где вы его купили, там постарайтесь проконсультироваться. Вот я к тому веду. Дальше. Что происходит, когда вы употребляете гейнер? Значит, калорийность вашего питания растет, да? Значит, восстановление мышц улучшается, внешний облик тела меняется, значит, меняется, значит, катаболические процессы абсолютно останавливаются. То есть вы потренировались, и ваши мышцы очень быстро восстанавливаются. Потом есть такой эффект крепатура, боль после тренировки на второй день, она может либо исчезнуть полностью при употреблении гейнера, либо снизиться существенно, то есть что сделает ваши тренировки более качественные, более, значит, такие, может быть, продолжительными, интенсивными. Вот. В состав гейнера должно входить, как я уже сказал, много белка. Это основа, железное правило. Лучше выбирать комбинацию, как я сказал, чтобы было 40-60. Да, это уже больше как такая вот пищевая добавка, чем спортивное питание. Если в спортивном питании есть изолят, то это прекрасно. То есть такие молочные там, аминокислоты, протеины. В общем, старайтесь выбирать гейнер, который будет максимально хорошо подходить к вашему организму. То есть для этого нужно консультироваться с продавцами. Вот. Также можно сказать, что нужно 1,5 грамма белка для женщины на килограмм веса. То есть 50-килограммовая женщина будет брать примерно 75 граммов белка.
Как употреблять гейнер? Гейнер нужно употреблять, я уже сказал, 3 раза, но для того, чтобы потихонечку втянуться, нужно употреблять 3-4 дня по одной порции, для того, чтобы организм мог привыкнуть к этому продукту, потому что он высококалорийный. Вот, обычно употребляют после обеда, перед началом тренировки и после тренировки. Вот это такие вот 3 приема, которые позволяют вам добиваться результатов и держать уровень калорий постоянно высокий, чтобы был небольшой плюс калорий, который позволит хорошо и быстро восстанавливаться. Причем для первых 2 приемов рекомендуют медленные углеводы, а там дальше уже можно и непосредственно более быстро использовать, чтобы смеси находились. Что еще можно сказать по гейнеру? Значит, гейнер – это такая добавка, которая может позволить вам, скажем так, проводить тренировки более интересно. Например, если вы тренируетесь со своей подругой, может быть, вы фитнес-тренер, это может позволить вам провести еще групповые занятия вдобавок. Также гейнер может помочь интереснее провести тренировки, если вы тренируетесь со своим парнем и найти общие темы, допустим, там в обсуждении, там, а вот сколько ты принимаешь, сколько я принимаю, там, принимать вдвоем, и от этого находить какие-то общие темы, не только для общения, а также и общий тонус организма будет одинаковый, вы сможете вдвоем проводить активно, значит, свою жизнь, и образ жизни изменится существенно, потому что спортивные добавки, они очень качественно меняют нашу жизнь в лучшую сторону. И вы это почувствуете, регулярно употребляя спортивное питание, вы увидите, что чем-то вы начинаете отличаться от окружающих вас. Это будет внешний вид, это будет состояние ваших мышц, это будет состояние ваших волос, это будет энергия во время общения, это будет такая вот, такой импульс жизненный. Вы от этого будете чувствовать больше креатива, будете больше заинтересованы чем-то. Если раньше вы чем-то не интересовались, вот я, например, себе замечал, начинаешь употреблять спортивные добавки, там не играл в какую-то игру на компьютере, оп, тянет поиграть и так далее. То есть креативность мозга возрастает, и не только, вообще все начинает качественно меняться, потому что вы начинаете хорошо питаться. И не забывайте, что употреблять гейнер и ждать от него каких-то искусственных суперэффектов, не занимаясь абсолютно ничем, это неправильно, потому что если вы будете пить, увеличивать калорийность вашего питания и не двигаться, очень может быть, что вы просто растолстеете, и у вас появится качественно много жира в организме на боках и так далее. Поэтому обязательно занимайтесь, обязательно тренируйтесь, никогда не употребляйте гейнер, скажем так, излишне не занимаясь. Не думайте, что вы будете сидеть дома пить гейнер, что-то изменится. Конечно, да, он существенно улучшит ваше самочувствие, но может также увеличить вес и добавить в ваш организм некачественную массу, с чем придется потом опять бороться. Вот. Ну, я желаю вам успехов. Если будут еще какие-то вопросы, говорите. Вот. Не забывайте, значит, использовать при приготовлении гейнера хорошую чистую воду. Вот. Читайте этикетку, консультируйтесь с продавцами. Если еще какие-то будут вопросы, обращайтесь. Всем ура! Пока-пока-пока!